Добрый день, коллеги, рыбаки и охотники. Сегодня мы снова едем на рыбалку на нашей аэролодке. Есть надежда половить судака в верховьях Обского водохранилища. Правда, погода сегодня очень ветреная, видимо, резко меняется. Посмотрим, что у нас получится. Заодно хотим протестировать нашу новую систему обогрева карбюратора. Приятного просмотра. Опять утолщение. Смотри, 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 к другой листе подошел, смотри. Ну давай поклевку на камеру. У тебя блесна, да? Вот, смотри, видишь? Ого, вот это охуёк как был. Меня же уже подогнуло. Были бы они хоть грамм по 100. Вот заколотил как. Опа, опа. Какой полосатый. Опа. Крупняк попёр уже. Я покажу, как ты. Ещё удар. Да, ё-моё. Кстати, это начинается что-то интересное. Блин, да что ж такое-то, а? Слушай, крючок очень маленький. Засекаю его. Опа, не так. Просто таскай один за одним, Серёжа. Весна больно понравилась. Вот это вот ему. Ершина, тут одна мормышечку. Гигантус ерш на блесну спортивную.
Опа. Подброс. Зашел. В этих корягах и щука должна какая-то жить. Судак наверняка. Опа, 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 опа. Поесть. Но слишком крупная. В объектив не помещается. Рыбалка нынче, конечно, такая. Чаёк ведь остаётся. Вкусный какой. Что-то хорошее нынче в этой рыбалке есть. Кто ещё будет? Ну, походу, чай пить. Только русские люди. Который не имется порыбачить. Только на природе. А чтоб похолоднее было. Кайф. Попьешь чаек дома. С таким вкусом. К сожалению, видимо из-за погоды у судака сегодня не было аппетита, но я все равно доволен рыбалкой. Немного половили мелкого окуня на спортивные блесна в протоке. Наездили мы сегодня не менее 80 километров в половину при сильном встречном ветре. При этом не потратили даже 20 литров бензина. Разработанная система обогрева карбюратора показала себя с хорошей стороны. Двигатель, несмотря на высокую влажность, работал чисто, не произошло никаких обмерзаний. Теперь мы планируем устанавливать эту систему на все наши аэролодки по желанию заказчика. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч на рыбалке.